Дорогие участники, коллеги и гости 4-го Всероссийского фестиваля конкурса творческих достижений «Космический успех». В год 85-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, в канун Дня космонавтики, 7 апреля 2019 года в Москве, в концертном зале «Космос» собрались люди разного возраста, увлеченные творчеством и космонавтикой. Проводимая организаторами стыковка культуры и космоса важна в деле популяризации интересной и романтичной стороны жизни человечества, темы пилотируемой космонавтики и космоса в целом. Приятно, что среди участников фестиваля есть и работники предприятий ракетно-космической отрасли и учреждений культуры городов, связанных с темой космоса, для которых занятия творчеством являются активным досугом, создает им и всем окружающим хорошее настроение. Фестиваль за 4 года вышел на высокую орбиту и объединил в своих рядах участников из разных городов России. Верится в то, что и дальше он будет расширять границы, привлекать новые творческие силы, мотивировать авторов на создание произведений искусства космической направленности в разных жанрах творчества. Желаем всем участникам фестиваля в жизни следовать высоким целям. Желаем всем вам космического успеха. С праздником вас! С борта МКС космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин.